Вот так выглядят мои волосы сейчас. И вот так они будут выглядеть потом. Вот так вот видно, да? Они будут с красноватым оттенком. У меня вообще-то были всегда темно-русые волосы, но после вторых родов волосы очень сильно изменились. Посмотрите, да, вот далеко до темно-русых. И это у меня чистые волосы вымытые. Хочу немножко изменить. Немало было клопоту, то и купила порося. Вот это так и называется. Вот буду сейчас краситься. Вот купила себе такую хну. Вот это натуральная хна. Здесь написано, что она 100% хна, больше ничего там нету. Еще и органик. Вот так вот. И вот я уже приготовила согласно инструкции. Это первый раз в моей жизни я буду сама что-то делать со своими волосами. Вот я приготовила эту смесь с добавлением кефира. Говорят, что хорошо на кефире. Вот она такой густоты получилась. Для начала рекомендуется по линии волос, чтобы кожа потом не прокрашивалась, смазать кремом или вазелином. Вазелин я не нашла, где-то у меня был, но я не знаю. Вот смажу кремом. Ну, вот я смазала вокруг шею тоже, потому что это все наверняка будет течь. Конечно, у меня старая майка. Черная, чтобы она можно было в следующий раз, потому что наверняка корни уже будет красить через где-то недели 2-15 дней. Вот, приступим. Ну вот, грязное дело сделано. Оттираем потеки. Где тут у нас грязь размазалась? В целом, в общем-то, я думала, что будет грязнее. Вот посмотрите. Не так уж для первого раза и грязно, правда? Теперь осталось посидеть. Я так думаю, час. Я могу просто выйти на улицу. На улице очень жарко. Ай! У меня такое нетерпение видеть этот результат. Посижу полчасика на улице. Вещь, но все равно руки у меня вон хоть и в перчатках, но все равно каким-то образом я умудрилась два пальца запачкать. Наверное, вот точно так же будет у меня все это. Ай-яй-яй. Ну ладно. Так вот, я хотела сказать такую вещь. Я принципиально не говорю о том, что происходит в Америке сейчас. Потому что очень рано делать какие-либо выводы. Одно могу сказать, что вся эта ситуация манипулируется, потому что у нас скоро будут выборы в президенты. И вся страна разделилась на за и против президента, который сейчас у власти. И все, что происходит, я больше чем уверена, связано именно с этим. Поэтому я комментировать больше ничего не буду. А когда пройдет время, нам станет более ясно, что именно происходит. И почему, и как. Так вот. Я решила покрасить свои волосы, потому что, вы знаете, 3 месяца – это большой срок. Вот, это длительный срок для многих вещей, для многих процессов. И вот, сидя дома, даже при том, что у нас есть какая-то видимость работы, что у меня есть там пара учеников, что мы сделали концерт онлайн. Кстати, я прикреплю линк на этот концерт, который был через Facebook его транслировали. Можете посмотреть, как мы с мужем играли. Почти час мы играем там, разговариваем, рассказываем. Так вот, это все равно, это видимость работы. Это не то, что мы обычно делаем, когда вы в непосредственном контакте с детьми, когда вы им что-то показываете, что-то объясняете живым звуком, вы можете сыграть ребенку и объяснить больше, чем словами, а тем более через эту программу, которая вообще искажает звук до такой степени, что когда я заканчиваю класс, мне хочется пойти скушать немножко мороженого, чтобы расслабиться и успокоиться. Звук просто поганый. Другого слова я
не хочу говорить, я принципиально не выражаюсь. Ни на камеру, ни в жизни. Я считаю, что я могу всегда найти какое-то другое слово для этого. Ой, меня начинают доставать комары. Вот, до 7 часов вечера буду сидеть вот так, с этой повязкой на голове. И дай бог, чтобы у меня получилось не серо-буро-малиновый цвет. Потом придется обстригать все наголо и носить парик. Вот сейчас я искала сушилку. У моей свекрови была когда-то сушилка такая, типа под парикмахерских. Садишься под колпак, и оно тебе там создает температуру. Она куда-то пропала, эта сушилка. Но зато я нашла 4 парика. Блондинистый, черный, каштановый и еще какой-то в пакете вообще не открытый. Так что у меня всегда выход есть. И сегодня еще могу добавить такую вещь. У меня разгрузочный день. Я, кроме черного чая и одного яйца, в течение дня ничего не буду есть. То есть я уже ничего не ела. Уже сейчас 6 часов вечера после войны. И периодически это надо делать, чтобы организм очищался. Все обо мне. Да, любим себя, халим себя. Ну вот, для этого все и было, для каких-то изменений, чтобы что-то изменить и что-то почувствовать, что мы все-таки двигаемся куда-то вперед. Вот такой цвет.